сколько у тебя там средний FPS? 80? У меня там до 38 падает. От 100 до 38, какой средний, блин? Ну, средний. Плохо там все. У меня средний, например, 40. Это двушка, не пойму. Походу, да. Типа сгорело после обнова и последний крестовик 1000 ботов на 18 ЧВК и 37 уровень. ЧВК убил в двушке. Еще есть. Слышу. Второй этаж. Комната какая? А, непонятно. Дверь закрылась по центру. Убил еще. Еще нужен, скорее всего, не убил, чувак. У меня магазин, кусты. Да, в твоей комнате сидит чел. Нет, на втором этаже. Втором? Да, просто перестрой. Пристрой? Или где перепрыжка? Перепрыжка. Да. Ага, перепрыжка. Ну, Да. Это что такое, блядь? Громкая. Это граната. Граната? Мне казалось, выстрел это был. Ты в центре? Первый, я в центре первого. Надо по забору идти и чекать нашим методом. Второй этаж. Пойдем? Блин, он уже подлутал его. Влево ушел по второму этажу. Кто-то ходит у нас. Я вышел. У нас кто-то ходит по центру. Это бот, скорее всего, заспавнился. Я только что там ходил. Чекать будешь? А, дверь. Рассматриваю второй этаж, никого не вижу. Убил? Убил. Или ты убил, ладно. Заходи по байте по лестнице, так, туда-сюда, туда-сюда. Руки устают, полен. Встали. Не, никто не смотрит вообще. А, тут кусты, конечно, вообще отлично слышно. Понятно, чем вышел. Снаружи, да? Я лутаю на улице. Я дверь. Угу. Захожу. Угу. Ты на втором, да? Да. Ну, это я убил. Блин, он так в голову приписал. Это я ему в голову приписал. Блин, тоже. Это Мьёльнир был, вот что это было громкое. Я еще хотел сказать, Мьёльнир, что ли? Потом думаю, да не может быть. Так, броню свою выкину. Блин, тут ящик. Я вот здесь еще броню скину. Господи, тут еще труп. Да, я что же убил его? Да я убил, не чекай. Интересно.
Что интересно? Тоже в голову ему залетело. Окей. А на кухне тоже ты его бил? На кухне нет, вроде. Да, на кухне ткат какой-то убил. Будешь ганы брать какие-нибудь? Посмотрим. Пул-калаш с апгрейженной, например. Ща. АКМ заапгрейженный, Defender новенький. Сейфы пошла открывать, ясно. Никаких тебе Defender'ов, поняла? Ой, мыша. А где жетон туалетного? Ты забрала, что? Найс. Голова. Санёчек 666. МК. И бот. Ой, бот. И чевок с дробашом. Чевок с МК, чевок с дробашом. Mm-hmm. Второй этаж это. Куда? А, решала. Так мы про второй говорим, Роборос. За перепрыжкой дробовик. МК где-то, хер не знает, где-то в центре МК, этаж непонятно. Я на первом. Ты на первом? Угу. Значит, МК на третьем в центре. Если есть граната, кидай в окно. Граната есть. Попади. Попала. Угу. Иди прямо, сука! Я не слышал ни шагов, ничего. Это я разбила, чтобы не мешало. Кусты. Где я не слышал? Магазин, по-моему. Вовка, привет. Да, кусты, магазин. Да-да, чевок заходит на второй этаж. Убил. Контрольно. Просто пятушка упала вниз. Упала? Ну, я слышала звук падения. Он меня сел. Лутает его. Это чувак его лутает. Что? Я в центре. Ты сейчас бегала пробежку? Да. Как это лутает? Что, с ума сошел? Заходишь? Я. Кидаем туда гранату. Еще пустой. Вдоль здания, кажется, идет. Я выбежал на платник. Кажется, знаешь, где он может сидеть? За перепрыжкой, комната над твоей. Я поняла. Там, возможно, чел с дробашом прячется все это время. Да, скорее всего, он там сидит. Поэтому он его сейчас и полутал. Уже рядом у него упал, чего бы нет. Вдоль стены никого не вижу. Где-то спрятался.
Ямочка на холме. Костру один пробежал по дороге. Чё эти не идут? Опа, кусты. Платник. Ёбаные стекла, где я столько стекол-то нахожу? Я ж разбил уже все. Один человек у нас к костру бежит. Бил. Я не знаю. Опять стекло. Да где? Ну разбито прошел, же. Я был везде просто. Так я везде уже и прошел. Ты шалу лутала? Я тебя попробую. Ты шалу. Ты шалу там не было чего. Кроме гранаты. Даже не понял, а где он лут, то есть ты говоришь, с него залутал? У нас в сумке лежит. И типа сумка, которая в двери, которого лутал. А оружие где? А хер его знает. Может быть в сумке. Все-таки тот, может быть, выкрал оружие. Я не слышу о железе. ФНФАУ должен был быть. Так и ты не слышишь железо, он не поднимется. ФНФАУ должен быть, ФНФАУ нету. Значит, все-таки тот выкрал. А еще кто-то мой золотой ТТ выкрал, у решала которого я убил. Не знаешь кто? Ты вышел? Да, лутаю типа у забора. Значит, его подлутал друг все-таки. Да блин, как будто все-таки этот лутал, потому что да его гранатой убил, как будто он сидел и лутал. Он не гранатой убит. Не гранатой? Угу. Я когда зашел, выстрелил через шкаф. Ну, типа примерно ему в район головы примерно. Но я не понял, убил или нет. Значит, они вдвоем заходили на капслоке на второй этаж. Я убиваю первого, второй просто закрывает дверь и сразу же начинает его лутать. Там месть какая-то. Вендетта. Зачем? Полутал оружие, жетон и бежать.